Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы начинаем рассказ из музея истории госпиталя, который носит сейчас имя академика Николая Ниловича Бурденко. Сейчас мы находимся в музее истории Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Организован он в 1947 году после Великой Отечественной войны. И проведена была огромная работа по систематизации и книжного материала. То есть у нас старинные книги хранились и хранятся в музее еще те, которые император Петр I привез за границы для учеников нашей госпитальной школы. А, кстати, здесь, на нашей территории, нашим первым главным доктором был написан первый отечественный учебник на латыни, конечно, тогда еще, по хирургии, наставление для изучающих хирургию в анатомическом театре. 1308 страниц. Но хранится он сейчас в фундаментальной библиотеке военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Вот, а потом уже в 18 веке на русском языке стали учебники печататься. И, конечно, нам дорога каждая страница истории госпиталя, потому что есть ведь определенные причины, почему мы четвертое столетие существуем, почему мы лечим непрерывно, стоим на страже здравия раненых и больных. Это, конечно, верность традиции, любовь к родине, профессионализм, трудолюбие и милосердие, которое всегда было присуще нашим людям. И поэтому история госпиталя – это история людей. Это тысячи и тысячи специалистов, врачей, фельдшеров, сестер милосердия, медицинских сестер и священников, которые, как я уже говорила, с первого дня доблестно стояли на страже духовного здравия раненых и больных. Нам удалось восстановить имена всех этих священников. И метрические книги нашлись. И вот такой вот мы, тоже третье издание вышло в этом году. Как раз тираж привезли на крещение, на большой праздник 19 января. Первое издание мы издали в 1998 году по итогам того, что мы вот начали восстанавливать храм. И вот в этой книжечке и история госпиталя, и история военного священства, история появления в госпитале сестер милосердия и вот вплоть до настоящего момента история и восстановление нашего храма. И мы рады, что эта история возрождается, и с каждым днем мы и находим, и открываем новые страницы ушедших дней и лет, и веков. И в то же время она продолжается и вперед, потому что, если можно так сказать, ведь бессмертный полк – это не только Великая Отечественная война. Это бессмертный полк бесконечный всех служителей Отечества, который идет из прошлого, идет сейчас и будет идти в будущее. Ради этого мы и работаем. И в книжечке мы написали, как историческое событие у нас произошло в 2018 году, когда весь корпус неврологический, мы с радостью узнали, это старейший корпус храма, пошел под капитальный ремонт. И мы поняли, что мы можем молиться о том, чтобы и храм наш, который занимает середину корпуса, чтобы он тоже пошел под восстановление. Когда корпус перед этим вот последний раз был с таким большим капитальным ремонтом, это 1959 год, когда положили перекрытие в храме между первым и вторым этажами и фактически разделили его. Никакой надежды, пока там находится пациент, на восстановление не было. Вот. Ну и, как всегда, в армии быстренько нам сказали, когда было принято решение о восстановлении храма, а у нас литургии шли с 2002 года уже, у нас и иконостас, и утварь. Надо быстренько все собрать, быстренько все свернуть. И поэтому все быстренько свернули, и у нас это и на складах находится. И здесь у нас музеи, иконы, и вообще весь иконостас разобранный, и крестильная чаша, и другие предметы церковной утвари. Все хранится, колокола. У нас даже с колоколами интереснейшая история, потому что мы восстановили звонницу. И вот когда мы ее решили восстановить, а колоколов-то у нас нет,
Вдруг один из попечителей нашего музея вспоминает, что он в свое время подарил храму на Преображенской площади, когда еще там шли только молебны тоже, восстановительные. Он подарил 3 колокола для маленькой такой вот выносной звонницы, 3 колокола 19 века. Ну, то давайте обратимся к настоятелю. Мы обратились к настоятелю, храм уже был восстановлен, и она как бы у них не функционировала, звонница. Они нам передали вот эти вот 3 колокола 19 века. И в этот же день один из наших бывших сотрудников, который закончил курсы звонарей, преподнес нам еще 4 колокола, тоже на общие пожертвования. И теперь у нас вот 7 колоколов. Восстановили звонницу, и на будущий год уже пасхальная служба сопровождалась с колокольным звоном. То есть так вот, шаг за шагом, потихонечку. Но перекрытия оставались до 2019 года. Вот надо сказать, что к нам в госпиталь приехал в 2018 как раз году с визитом архиепископ Михаил Донсков, на покое находящийся владыка из Женевы. И очень он проникся историей госпиталя. Он сам более 30 лет отработал в военных госпиталях Франции. И он алтарник был у святителя Иоанна Шанхайского. И он сказал, что, конечно, будет молиться. Вот это вот он на Рождество на госпиталь прислал поздравления. И молитва оказалась очень действенной. Тоже вот такая вот совместная по голове с такими большими молитвенниками. И командование Министерства обороны согласилось убрать перекрытие в 2019 году. Перекрытия были убраны 27 августа, перед праздником Успения. И теперь появилась возможность уже во всей красе восстановить наш храм. В нашем музее хранится множество раритетов, в том числе, как я уже говорила, одни из первых учебников, по которым учились первые российские доктора, ученики нашей госпитальной школы при Московском госпитале. Книги на латыни, на греческом, на старонемецком. И с середины 18 века уже разрешили с огромным трудом преподавать на русском языке. Вообще все с трудами, если мы вспоминаем историю госпиталя, все с огромными трудами. С огромными трудами давалось, но, к счастью, патриотов всегда было больше, нежели тех, кто тормозил развитие нашего государства, в частности, да, нашей отечественной медицины. И поэтому уже да, практически с первых же десятилетий работы госпиталя у нас и смертность была на 10-20% ниже, чем в Европе. Клинический подход ввел наш первый главный доктор. Этого нигде еще не было в клиниках, кроме Лейденского университета. И ученики, а это были дети солдат Лефортовского, Семеновского, Преображенского полков, простые ребята, показали настолько большие умения и знания, и проявили такие таланты, что врачи-иностранцы, которые приезжали, начиная с времен Бориса Годунова, они почувствовали, что действительно конкуренты в Московском госпитале подрастают. Именно те, кто потом составит славу отечественной медицины и военной, и гражданской. Дорогие телезрители, мы еще вернемся в музей истории госпиталя имени академика Николая Ниловича Бурденко. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч.